Коллеги, в данном видео я продемонстрирую вам технику наложения кинезиотейпа на надосную мышцу. Для этого нам понадобится тейп длиной примерно 20 см. Перед наложением обязательно обезжиривайте ткани. Да? Снимайте защитную бумагу. Накладываем базу. Просим пациента положить ручку на противоположное плечо. И далее вдоль ости лопатки, прямо по анатомии мышцы, да, до уголка лопатки, накладываем тейп с 15% натяжением. Угу, хорошо, расслабь. Угу, отлично, прямо тейп идет над остью лопатки. По надосной мышце. Спасибо за внимание.